В Муравленко появились первые получатели ежемесячной выплаты на первенца. Такая мера соцподдержки предоставляется с 1 января этого года по поручению президента страны Владимира Путина. Все подробности у Нины Гультяевой. Для семьи молодой мамы, студентки колледжа Екатерины Димитровой, новая выплата в размере почти 16 тысяч рублей будет серьезным подспорьем в воспитании малыша. Процедура подачи в управление соцзащиты простого пакета документов много времени у мамы новорожденного не отняла. Я узнала, мне позвонила мама сначала, сказала, потом посмотрела в интернете, потом даже ходили по интернету, по лидеру показали, посмотрела это все. Подошла сюда, взяла перечень документов, сдала и все. Документы на назначение ежемесячной выплаты при рождении либо усыновлении первого ребенка до достижения возраста полутора лет можно подать в управление соцзащиты или МФЦ. Понадобится свидетельство о рождении ребенка, родившегося не ранее 1 января этого года, паспорта его родителей и справки о доходах всех трех членов семьи за предыдущий год. Из 17 детей, рожденных в Муравленко в январе этого года, шестеро первенцы. С каждой семьей специалисты управления соцзащиты проводят индивидуальную работу. Потенциальные получатели – 4 семьи на 4 детей, соответственно. Одна мама уже сдала документы, и 3 у нас мамы обещали подойти буквально на этой неделе. Ну, мы понимаем, что первое время после рождения ребенка мама занята, и ей не до походов в учреждение социальной защиты. Поэтому на некоторое время просто отложен визит для оформления этой выплаты. Назначается выплата матери, но в отдельных случаях получателем может стать отец или опекун ребенка. Мама должна быть гражданкой России, постоянно проживать на территории округа, а ежемесячный доход семьи из трех человек не должен превышать 75 тысяч рублей. Важно подать заявление до достижения ребенком 6 месяцев. В этом случае выплату назначат со дня его появления на свет. Если же документы поданы позже, пособие будет выплачиваться со дня обращения. Нина Гультяева, Юлия Сидорюк, Сергей Шалафан, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.